Добрый день, с вами Дина Краснова, и в этом видео я вам расскажу, как в анализе счета можно посмотреть развернутое сальдо. Развернутое сальдо мы можем смотреть только для активно-пассивных счетов, то есть это разные счета расчетов типа 60-го, 62-го, 68-го и так далее, и также счета финансовых результатов 90-й, 91-й. Остальные счета, которые не являются активно-пассивными, по ним развернутое сальдо посмотреть нельзя. Чтобы посмотреть развернутое сальдо, нужно зайти в отчеты, выбрать анализ счета. Здесь я поставлю период с 1 января по 30 января, то есть без 31, и счет у меня будет 91, потому что я в январе 91 счет закрывала. Понятно, если я здесь поставлю по 31, у меня никакого развернутого сальдо не будет, счет будет закрыт. Чтобы посмотреть, как выглядит развернутое сальдо, мы с вами возьмем по 30, потому что 91 счет, он закрывается в конце месяца. Далее нам нужно зайти в «Показать настройки» и в показателях вот здесь вот установить флажок «Развернутое сальдо». Нажимаем «Сформировать». И если мы посмотрим, вот развернутое сальдо по счету. То есть оно разворачивается, отдельно показывается сальдо по дебету, отдельно показывается по кредиту. Если этот флажок убрать, то видите, здесь уже нет развернутого сальдо, то есть сальдо только по дебету. Если мы с развернутым сальдом, тогда будет и по дебету, и по кредиту. То есть оно разворачивается. А если мы его свернем, то есть оно будет минусоваться, и здесь у нас получится как раз вот разница между вот этими двумя суммами. То есть 63 980. Аналогично можно смотреть развернутое сальдо и по счетам 60, 62. Но здесь у меня просто нет по этим счетам сейчас развернутого сальдо. Поэтому я вам показываю на примере 91 счета. И если здесь мы возьмем какой-нибудь другой счет, например, счет 10 материалы, и посмотрим настройки, то здесь, видите, уже мы не можем посмотреть развернутое сальдо, потому что 10 это активный счет. Развернутое сальдо мы можем смотреть только по активно-пассивным счетам. Если мы вернемся к 91, здесь вот можно посмотреть. То есть развернутое сальдо – это сальдо отдельно по дебету, отдельно по кредиту. И обычно такое сальдо, конечно, смотрят по 60-му, 62-му счету. Но здесь вот в качестве примера мы взяли 91-й счет. Вот таким вот образом в программе 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0 можно посмотреть развернутое сальдо в анализе счета. А я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, если вам было полезно это видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео канала. И заходите в мою группу в соцсетях. Все ссылки вы найдете под этим видео. А я желаю вам всего самого доброго и до встречи в моих следующих видео.